Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы сейчас находимся в студии Нарвского молодежного интернет-телевидения Нор-ТВ. У нас до эфира осталось буквально минут 10, и я покажу вам то, как мы готовимся к эфиру. Итак, сейчас я вам обозрю нашу студию. Итак, вот это Эвелин и Эвелина. Так, они готовятся быть красивыми и замечательными сегодня. По-моему, получается неплохо. Итак. Так, это наш Артём. Привет, Игорь. Так, это Илья и Влад. И там Игорь. Да. И мы тут. Я Игорь, точно вы помните это, надеюсь. Итак. Давай. Итак, я вам хочу показать наш праздничный торт. Выглядит он вот так вот. Чудесненько, красиво написано Нор-ТВ. И такая свечечка, один год. По-моему, это просто чудесно. Вот здесь мы пьем чай, скажем так, у нас тут, как ее называется, чайня. У нас есть правило. Выпил кофе или чай, помой кружку за собой. Итак, здесь наша личная библиотека, которую мы иногда используем. Итак, здесь список наших программ, которые выходят иногда. Вот, вот, вот она сегодняшняя программа. ДРТВ, один год, 13-е. Не пятница, четверг. Итак, кто написал здесь колбаса? Непонятно. Итак, здесь написаны разные скороговорки. Их тут 72 штуки. Итак, так, они уже почти готовы к концу. Они почти завершили свою работу. Так, мы все так плодотворно здесь трудимся. Так. Сейчас вам покажу, как выглядит то место, откуда я сижу, и, скажем так, с моей стороны. Вот я сижу, и это выглядит все вот так вот. А ты тортик показал? Так, ну-ка, ты сиди так. Сейчас будешь говорить в тот микрофон. Итак, вот это наш экран, где мы так, алло, принимаем ваши звонки. Довольно неплохо. Так, сейчас вам покажу нашу, скажем так, кладовку. На один год. Здесь разные микрофоны, запчасти, много чего интересного, разные документы. Итак. Он поет, слышите, да, все? По-моему, это достойно аплодисментов. Аплодируем за кадром. За кадром. Итак. Так, я сейчас тогда пускаю трансляцию сразу. Это наш зеленый экран, на фоне которого мы снимаем очень многие наши передачи. Хочу посмотреть, какая задержка. Итак, сейчас что-то будет, смотрим. Что же, Александр будет? А меня вытащить? Махни рукой. Не выключить. 4 секунды задержка. Сейчас вам покажу нам. Оп-оп, происходит чудо. Вы смотрите, молодежь. Фу. Нет. Итак, здесь будет сидеть оператор. Но нет. Он будет принимать ваши звонки и сообщения через Skype, также ВКонтакте. Но это будет не Артём, это будет Эвелина. Это буду я. Вот она, сейчас я вам покажу ее подробно. Я даже сторонняя личность. Крупным планом, да. Так, смотрим, что же у нас здесь получилось. Итак. Получилось очень хорошо, получилось. Очень хорошо. Да. Все. Чудесно, чудесно. Чудесно, что спасибо. Итак, Артём репетирует свой текст. Там я подменила, я буду говорить, что мы рады представить вам специальный выпуск наших молодежных. Эй, ну это еще не готово. Это секретно, не надо. Давай. Секретно, хорошо. Итак. Кстати, а вы видели вот этот замечательный фон? Так, это ратуша. Это здание Госсобрания. О боже, это ратуша. А это Александровская церковь. Ратуша, да. Замок и шведский лев. Итак. Здесь видеокамеры. За нами следят. Это является сюрпризом. Ну а так как это телемарафон. Моя музыка. Вы скоро это увидите на ваших телеэкранах. Смотрите нас. Не рассказывай все секреты. Да, да, это будет останется секретом. Ну, кстати, я так думаю, что к тому времени, когда вы увидите это видео, то, что было там сейчас на экране, вы это уже увидите, скажем так, без моей помощи уже сами. Итак. Все, прощайся, Юр. Прощаться, ну ладно. Итак, ладно. Скажем так, я сделал вам маленький обзор нашей студии.
Итак, надеюсь, что вам все-таки понравилось, и встретимся через пару мгновений.